Хэфэй – городской округ китайской провинции Аньхой. Население без малого 5 миллионов человек. Здесь высокоразвито машиностроение, электроника, легкая химическая промышленность, производство стройматериалов. Делегация из Хэфэя в Бресте впервые. Город гостям понравился, и делегаты уверены, что у нас есть немало точек соприкосновения, перспективных направлений деятельности. Это мой первый визит в Брест. Город произвел на меня хорошее впечатление. Во-первых, он богат исторически, чего стоит только ваша Брестская крепость. Герой. Во-вторых, я думаю, что Брест очень стабильный населенный пункт. В-третьих, верю, что между нашими городами уже заложен надежный фундамент для сотрудничества. Что касается города Хэфэй, значит, чисто субъективно, это динамично развивающийся город, столица провинции, немножко другая структура городского хозяйства, немножко другая архитектура, другие подходы, другая методология управления городом. Но город интересен тем, что это реально центр электронной промышленности и машиностроения всего Китая. То есть город очень экономически развит. Вот здесь важно найти свою нишу, чтобы поставлять свою продукцию туда. А те формы, которые сейчас кооперации зарождаются, то же самое вот проект с Берсмашем, это компания Jack Motors, которая через МАЗ хочет войти в Брест. Ну, будем надеяться, что будет какой-то результат. Год назад, осенью 2017-го, мэр Бреста Александр Рогачук в составе областной делегации посетил город Хэфэй. Тогда же было подписано соглашение о намерениях о сотрудничестве. Встреча – хороший повод перейти от слов к делу. Эта встреча уже имеет предметный характер, потому что они посещают те предприятия, которые интересны нашим китайским партнерам именно в вопросах экспорта, нашего экспорта. Если брать в целом оценку внешнеторговых отношений с Китаем, города Бреста, да, есть динамика роста, есть проценты, но в принципе структура этого товарооборота, она для нас пока еще не очень хорошая. Есть тенденция, но еще пока не так. Если возьмем по 8 месяцам, наш торговый оборот составил без малого 50 миллионов. Так вот в этом 50 миллионов мы 45 миллионов, образно говоря, покупаем в Китае, и только лишь на 5 миллионов, даже чуть меньше суммы, мы отправляем свои продукции в Китай. Поэтому сама структура наших отношений требует корректировки. И если есть у наших китайских партнеров интерес к нашей пищевой промышленности, к нашей перерабатывающей промышленности, к нашим другим проектам, надо обязательно эти вещи развивать. К слову, в ходе встречи особое внимание было уделено деятельности свободной экономической зоны Брест и зоны развития города Хэфэй. В настоящее время в Брестской СЭС зарегистрировано без малого 8 десятков предприятий из разных стран мира с китайским капиталом одно. Но условия для увеличения их числа созданы, и китайские партнеры все чаще проявляют к Бресту интерес. В городе Хэфэй находятся 4 особо экономических зоны. Очень развитый промышленный индустриальный регион, поэтому нам хотелось бы, чтобы выйти на прямые контакты с теми предприятиями, которые заинтересованы в кооперации с нашими предприятиями, в первую очередь, ну и для размещения производства и привлечения инвестиций на промышленные площадки СЭС. После встречи в горисполкоме насыщенная программа пребывания китайской делегации была продолжена. Гости посетили ряд ведущих предприятий областного центра Брещины.